гардероб Голштейн указывает о том, что на то, что это была какая-то... Вот. Захочет Сенат услышать историю? Услышать историю, действительную, реальную историю? Я с большой готовностью расскажу о всем, что я хотела сказать господину Трампу, о чем я хотела сказать в прошлом году в Конгрессе, и повестку изменили, да? Вообще о всем о том, что мне известно, о том, каким образом огромные миллионы денег заходили в мою страну сюда, в Россию, и уходили миллиардами, при этом с них не платились ни налоги. А вот куда они шли, это вопрос уже, пожалуйста, по системе Соединенных Штатов Америки. Hey, NBC News fans, thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe by clicking on that button down here and click on any of the videos over here to watch the latest interviews, show highlights, and digital exclusives. Thanks for watching.